реально хилю. Я сейчас хилю. Видишь, смотри, я же... Классный. Я могу Вели моего давай хилить. Он. Я Шама... Ты видишь, как танком хорош. Спекать, как... нет. Сейчас я тебе в ПМ напишу. Давай. Дайте рыбку потом. Не забудьте. Минута есть, в туалет сходи. Короче, ну, они пока... Ну, это круто. Они... Ну, у них общая ЕП с твином и мейном. Вот такая хуйня, прикинь. То есть, пока они одеваются, я друля одену. А когда они оденутся, я буду шамана дальше одевать. Это круто. Ну, мне тоже понравилось. Это привязанные, фильм. Да, то есть... Мне это понравилось, вообще охуенно. Ну, скажи, вот, допустим, а мне здесь больше нравится то, что все в рейде получают одно ЕП, допустим, кто в рейде, а там на замене, блядь, там уже нет такого. Не, у нас на замене дают ЕП. Вот сейчас, ну, вот, который был, я там делаю. Половину с замены. Так а хпала-то брать, не? Ну, может быть, я хуй, я не жалуюсь, я в мейне, мне похуй. Ну, там в ДВ, тебе говорю, там много надо еще кого, особенно, ну, типа, Джоника какого-то хила, вот его вообще надо давно исключить, я не знаю, как его еще держать. Я заебался ему объяснять, что надо, чтобы был прогресс, дайте надо тупорей менять, он не догоняет. Ну, скоро к этому придем, наверное. Кто первый танкует? Рыба. Спасибо. У него там, скорее всего, какие-то братские вузы, блядь, с ними некоторыми. Да нет, там просто не было народу для ВСТ-тики вообще, не, поэтому не хочет кикать. Их. ГП не хочет давать, но тут что-то начал по чуть-чуть. Да, с ГП вот мы с ним тогда и поругались из-за этой хуйни, то, что не дает ГП нихуя людям тупым. Полторы минуты до СС, никого потом кинуть. Сумбишь. По крайний раз, когда я поэрелил, совет убили с первого пола, я ему потом объяснил, что к чему, вроде к пониманию пошли. Сегодня посмотрим. Ребята, что рыба стоит? Подожди, дай нас. Еще раз, как его кидать? Вот, через пул, пожалуйста, дай, чтобы я знал, когда что кого ходит. Готов. Бля, как обучить собаку, чтобы она трубку от кальяна около рта держала, а то у меня две руки заняты. Сука, никак мне неудобно нахуй. Там ладно, блин. А говорили, собака лучший друг человека, нихуя нахуй. Так она ж тебя маленькая. В итоге у нас 7 хилов, да? Я поняла. Ой-ой-ой, дыхнет сейчас нахуй. Это не она дрочится. Она не обходит мет. Точно наоборот. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Но если рядом метка, она сама может ходить вокруг. Бывает и метка такая.
этом... Да я под освобожденкой бежал, у меня она еще не спала, блин. Кир с ракушка. Заебало. Так ты Геру дай. Давай, давай Геру-то, пока времени есть. Со ссылочки уйдите, пожалуйста. Сразу не разбивай. Ну не разбивай. Все, бей. Ну че, я ж за глубой стоял. Бля, я забыл. Если он тебе такой аргумент говорит, значит он не знал. Он... Он... Печеньку пошел. Шаман всплывать. Мишки Берри. Старик. Ты чего орёте-то? Ой, бля. На том. Стреляла, может босса.
танков лежит. Босса метку не бейте, босса бей. Не бейте босса. Босса. Ебать, вероломная победа Орды. Сука, весело. Печенюшки друидовских сколько упало. Уху-ху-ху. Нет, клык не упал. Ага. Угу. Он, ой, по-моему, я... релог. Чего? Он релогнулся, видишь? Я не слышу. Не важно. Вот, что ты мне сказал, повтори, я пойду отойду попокажу. Кличи это легче, чем синдрайт. Да не, просто таким ДПСом я лучше вам место освобожу, пускай кто-нибудь посильнее. Да, у меня на маге вообще ДПСа нету. Нет. Чел, так если нет никого, так проще твой ДПС. А, ну без вопросов, я думал, может посильнее есть просто. Это логика. Если ты тактику знаешь, хоть какой-то ДПС будет, это уже хорошо. Ну давай, хорошо, давайте. Я в ЛФГ просунул. Мы в одного танка? То есть табав киньте. Дайте, пожалуйста, пристабав, а не... А, вот. Нет, пристает. Вижу, вижу. Кулак помехи киньте. А что ты метки будешь ставить им?
я тут. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Ханту истерия законает. Ого. Допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Порча 5 секунд. Лок адванс. Это цена была прыгнуть на край. Вернение сейчас будет. Валькира, твой господин зовет.
Осквернение 4 секунды. По-моему, 2% попутал. Похуй на Валя, где эти босс? Накидал, да. Я накидал. Мне не. А, стоп, не мотал, да. У тебя там есть. Да. Осквернение 5 секунд. Разрыв души, да? Все, есть, да. Чё там, блядь, стоит к нам перед? Всё, я вырвал. БР только один у меня. Использованный. А нет БР-то. Меня. Поставь нам жопой, ставь лицом, блядь. Получаю урон от дух. Зачетный в комнату сейчас пойдет. Разбежал. Скверни. Бафы по шаман. Давай я духов баблю сейчас вот. Осквернение. Чувствовал, когда забыл, как раньше лечь. Бабахна. Все, все проебали, ливайте спать. Это старый прикол, уже никому не интересен. Кто там, блядь, так стреляет? Вот.
токены давай по этому паролям. Че ты линкуешь, блин, мы сдохли. Мы почти рядом были, Кирсгор. Да, да, да. Мы сдохли, мне потом бафы даже не дали. Я дал тебе лапку. Да, лапа была, и что-то еще было. Крик воровский. Да, очень нужно Элиму. Ебать, сколько вагонов. Два вагона. Разбить эти оковы. Я не ваш. Мишки, это твин просто. Не, я про вора. Минуточку внимания. Коник в вагон. Опять мой токен упал, а я не время. Нахуй не лопал. Ну это не я, да. Мне сказать ощущение, что он его сам ставит. Опять фраза будет, чтоб ты сдох, блин, да? Все, так, все на арену ебало бить друг друга. Можно было вычислить. Всем спасибо за рейд, всем всего хорошего. И тебе. Аспанину можно? Он, наверное, не знает, что она ему канает. Не было. В сундуках оно всегда видно. Можно я так, просто для приличия? Офигенно. Я хоть... Да мне на пристана. Полин, такая ностальгия, как будто в ГИ побывал. Так ты возвращайся, чё ты. Не-не-не-не-не, говорю, нет. Фух, давай по миру. Спасибо. Ты что, я бы в Гере породила. Старикут. Ну что, ребят, спасибо за рейд, всем удачи. Ебать, всем от души. Давай печенюги паролим. Я тоже пойду. По арене пойду. Демоны, блядь, куда у меня заманили? Я в эту фигню больше не пойду, да? Эту фразочку уже многие повторяют. Там у меня третья какая-то канает. Там две выпало с Синдры вроде и одна с профа. Да, я на профе убил. О, левая рука, это с кого? Синдры. Супер. Видишь, мод. Ой. Надо же было вас друидов разбавить. Вот я с шаманом. Что-то оно не дается. Админ, давай отойдем. Кидай.
Кому? А что я везде сижу по привычке? Сейчас я выставлю. Так, будет, короче, 25 воронок. Развод такой. Просто подошел гопник такой, разводит. Давай 20 хотя бы, ну ёпта. 15 давай, что ли. Ты торгуешь. Все, Вага, остановись, а то до одной дойдешь, ну куда это, блядь? Ну ладно, на 10 согласен, блядь. На кота. Ну и силовая на танк. Мне на успех 12 воронок можно. Ну, ладно, Джинни, я сразу тебе написал, что рулю на кота. Рад был вас повидать, давайте удачи. Взаимно, старый. Андролом говорит, ну мне. Все, все, Кирс, братишка, я уже в Долоране, можешь ливать. С пугом дожил. Мне вот эта фразочка нравится. Бля, мне пугу, спасибо.